Георгий, что происходит? Прокомментируйте. Я пытаюсь сделать тренинг. А это моя нога. Поскольку Александр, наш гитарист Александр Ничков, он, как вы знаете, погиб. Он хотел записать еще песен, но ничего не вышло. Хотел бы записать еще немного, несколько песен. Он хотел записать несколько песен, но не записал ни одну. Поэтому приходится мне.